Всем привет! Вот такая вот пришла новинка. Камера Polaroid XS100 в формате HD для использования ее в качестве видеорегистратора на мотоцикле. Ну, можно использовать где угодно, на самом деле. Крепления, по идее, должны быть в комплекте. Вот. Что можно сказать об этой камере? Вышла она буквально несколько месяцев назад. В России еще продается мало у кого, в принципе. Вот. Имеет такие вот характеристики. Если сказать своими словами, то она пишет в формате 1080p. Имеет угол обзора 170 градусов. Батарейку на 2,5 часа встроенную. Соответственно, карту памяти. И защищенный водостойкий корпус. Вот. Это вот что тут написано еще. 16 мегапикселей. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что внутри. Так, пока это сейчас все отложим, чтобы не выключать. Попробуем все это дело разобрать. Ножика никакого нет под рукой, поэтому все вручную сделаем. Так, вынимаем коробочку. Я камеру чуть подальше поставил. Минутку. Хорошо. Теперь попробуем ее вынуть отсюда. Как обычно, это процесс самый интересный. И иногда бывает муторный. Посмотрим. Вот, все вынулось. Коробка не нужна. Здесь инструкция на русском. Гарантийный талон. Первоначальная зарядка занимает 3 часа. Зарядка происходит от USB. Не пытайтесь вынуть встроенную батарею, это приведет к поломке. Так было написано. Так, вот ручка такая вот прикольная. Смотрим, что и дальше тут еще открывается. Оп, открыли здесь. Это у нас, что это у нас такое? Это ремешки. Такие вот замечательные ремешки. Так, что здесь еще? Чехольчик. В нем находится USB кабель, micro USB. А, нет, не микро, а мини. Так, смотрим дальше. Еще одна коробочка. В ней находится сам держатель под камеру. Потом шарнирные приспособления, куда вставляется. Площадка выгнутая, угловая. Еще один кабель, на этот раз HDMI, судя по всему. Надо же, первый раз вижу, его украли. Вот, площадка под руль на велосипед или байк. И две площадки под шлем с ремешком. Вот, на этом коробочка пустая. И залезть надо теперь до камеры. Тут еще раз скотчем обмотано.
подлезешь. Так, ладно, сейчас найдем ножик.